Как монетки зарабатываются? А, ну, блин, вот, видишь, мне подарок подарили. Вот, 4 монетки я только что заработала. Деньги по гифт. Ну, не монетки уже, получается, а кристаллы. Вот, видишь, вот, слева вверху кристаллы. У меня 2 300 000, ну, хорошо, видишь, да? Вот. Добавь все, да? Как еще? А, бабушки. Я, блин, у меня семья не... У меня семья, я тут добавляю. Я туда не добавляю, короче, никого. Я добавляю только туда тех людей, кто мне там много подарил. Ну, типа, мои топы. Потому что я туда там что-то пишу, спасибо, как бы. Они увидят то, что я тебя добавила, и скажут, почему? Почему ты его добавила? А зачем? Он тебе ничего не дарил. Ну, правда, у меня была раньше семья, ну, просто вот русская семья была. Я туда всех добавляла русских. Новеньких, неважно. Любых. Да нет, ну что ж ты дарил? Это я имею в виду топы, кто ну, много подарил. Самое вот, кто больше всего подарил, я имею в виду. Маньки постарше. Ну, звездочки тоже ты там можешь накопить, но туда вкладывать деньги не надо. Они так даются, то, что ты там сколько-то времени смотрел, чью-то трансляцию тебе дают звездочки. Ну, их тоже даришь, но ну, их нельзя там вводить, это не деньги. Это я сама точно не могу сказать. Это же типа для популярности. Вот.